Балалайки скрестили с военным оркестром. Ансамбль «Челдоны» перезапускает проект, сделанный к 75-летию Победы. Концертную программу «Человек больше войны» в прошлом году планировали показать на нескольких площадках, но планам помешала пандемия. Зато к проекту подключился оркестр войск Национальной гвардии. Алексей Кудинов побывал на репетиции. Концертные программы к 75-летию Победы делали многие творческие коллективы региона. Ансамбль «Челдоны» решил не ограничиваться сборным концертом, а подготовил полноценный музыкальный спектакль «Человек больше войны». Это рассказ о первых днях Великой Отечественной, о героизме, проявленном на фронте и жизни в тылу. Торжественные пафосные номера чередовали с лирическими, проникновенными песнями. В программу вошли как произведения, известные всем, так и авторский материал, который публика услышала впервые. Всем назло, кто хочет видеть город на коленях, и на радость тех, кто в нем живет. Пусть воскреснет праздник, вспыхнут детские дни земли. Будь счастлив, добрый. В прошлом году мы успели показать два раза в КТЦ «Евразия», да, ныне «Сибирь-концерт». И потом мы показывали эту программу в рамках большого фестиваля всероссийского «Царица песня» в Академгородке. То есть, ну вот в этом году мы получили яркий отклик в Академгородке. И Академгородок на 9 мая пригласил нас к себе опять же с этой программой. Показать программу большему числу зрителей в прошлом году не удалось из-за пандемии. Но уже этой весной «Челдоны» на расхват. Запланированы концерты в Новосибирске на набережной, в Барабинске, Куйбышеве, в Чановском районе. При этом «Человек больше войны» претерпел серьезные изменения. На премьере программа шла в сопровождении только музыкантов ансамбля. А теперь к проекту присоединился оркестр штаба Сибирского округа войск Национальной гвардии. Очень прекрасно все сочетается. Прекрасно и балалайки, и баяны. Все это с духовыми инструментами. Все прекрасно звучит. Даже колорит. То есть новые краски в оркестре появляются. Он придает больше, наверное, того настроения, настроения сороковых, вот этот вот каких-то, знаешь, там, прогулочных мелодий по набережной, допустим, да. Если это какая-то военная композиция, то там есть определенный акцент, есть определенный удар, игра, какой-то характер есть такой, знаешь, мощный. Программа «Человек больше войны» будет существовать в двух версиях. «Челдоны» собираются показывать ее и в изначальном варианте под аккомпанемент народных инструментов, и в обновленном с военным оркестром. Первые совместные выступления запланированы на конец апреля. Алексей Кудинов, Тарас Тарасов, Новости ОТС.